Нет, прекрасная. Ой, слышишь? Ну, ты обычно открываешь и кричишь: «Мальдивы, я люблю тебя!» Никакого макияжа, никаких вредных продуктов. А сейчас пока раскрою вам гардероб, который я взяла с собой. Кстати, не все подготовила. Секундочку. Итак, гардероб. Я взяла 9 шляп. Вот такая большая, с какими-то сумасшедшими лентами. Типичная шляпа, в которой делают все фотографии на всех островах. Черная, вот такая вот фисташковая. Вот так вот я вам покажу себя. Немножко не помялись, пока их везла. Вот такие вот шляпы Follow Me Too, Natalie Murat. Еще там одна есть. Итак, пойдем в гардероб. Купальники. Конечно же, много купальников от Наташи Яким. Очень много красоты я от нее взяла. Все померяю, все покажу. Что-то есть из прошлого года мое, что-то новенькое. Вот, например, вот такие бархатные. Обувь. Обуви взяла не так много. Одни на каблуке, мои любимые шлепки. Такие на небольшой платформе. Такие перевязанные. Мне кажется, самое то для острова. Разгуляев и Благонравова, конечно же, немножко такой вечерний вариант, тоже классные. Взяла Tommy Hilfiger платье, такое летящее, тоже летнее, легкое, писк. Моды. Такие рубашки, накидки, которые надевают прямо на купальник от наших друзей из Турции, Бьянки. Несколько платьев я взяла вот таких вот легких летящих платьев. Мне кажется, оно вообще просто идеально подходит. Белое такое льняное, красивое. Massimo Dutti платье, вот такое вот красивое. Одно просто летящее, очень большое, красивое вот такое платье со шлейфом, чтобы стоять день на пирсе. Вот такое вот. Это писк, конечно же, сезона, очень модно, очень красиво. Есть платье H&M, легкое такое, тоже островное, мне кажется. Конечно, я брала много летящих платьев. Вот это платье от Леси Небо, к примеру, такого персикового цвета. Рубашка, конечно же, белая, летящая. Также пижамный костюм, в котором можно погулять. Взяла вот спортивные костюмы. И много-много разных коротеньких шортиков, маечек. Очень красивая юбка от моей любимой Майи Ом. Это на вечер, наверное, на какой-нибудь я вот так надену с майкой и буду просто русалкой. Предлагаю показать вам мою ванну и что я взяла из средств с собой. Я взяла всю линейку Авена для загара. Это термальная вода, это масло для загара, солнцезащитное масло. Всем советую, наверное, лучшее, что я пробовала. Это после загара крем для лица, 50 защита, спрей. В общем, я защищена по полной. Очень люблю. Таким составом я буду пользоваться. И мне кажется, пора загорать. Эй! Отдай единорога. Давай, отлично.
Отлично.